Вы смотрите новости онлайн. Известный таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет актера Николая Караченцева в 2018 году. По ее словам, выживает артист только благодаря жене. «Достаточно сложный год, и мне даже не хочется озвучивать прогноз, который я вижу по картам. Душа его уже настолько устала бороться и так хочет освободиться, что несмотря на всеобщую нашу любовь, Караченцев сам по себе готов уже закончить, что-то доказывать и бороться с болезнью», – заявила ясновидящая. Абравитова уточнила, что наступает тот момент, когда за жизнь Караченцева заставляют бороться все. «Онкология не хочет отступать. В 2018 году болезнь станет действовать более агрессивно», – уверена таролог. По ее словам, чтобы победить такое заболевание, артисту нужны силы, а у него их нет. Жена выступает хорошим энергетическим донором, и он выживает исключительно благодаря ей. Она вкачивает в него буквально, в смысле слова, желание к выживанию. Если бы ее не было рядом, то и его бы уже давно не стало. Они единое целое. Как мать в утробе питает своего ребенка всеми возможными способами. То же делает и жена Караченцева. Он на ее энергетическом подпитывании и держится. По словам Абравитовой, нужно быть готовым ко всему. Год ожидает его непростой. Сил хочу пожелать и молитесь побольше за жизнь и здоровье Караченцева, заявила она. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!